Блядь, всем здравствуйте, всех приветствую, блин. Честно, у меня есть для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая. Ну как, плохая для меня, для вас, не знаю как. Начнем с плохой. Плохая в том, звучит в том, что я снял серийки две. И обе они выглядят примерно вот так. Честно, я очень расстроился, что там, ну, черный экран, все это дело, звук есть, но черный экран, поэтому сейчас я все проверил. Сейчас вроде все классно. Классно и холосо. Все холосо. Вот, хорошая новость в чем, вы скажете, слушай, Даник, а в чем хорошая новость, блядь? Ну, ты плохую сказал уже, блядь, ну, что хорошая, блядь, какая нахуй? Я вам сейчас все покажу. Привет, ебать. Здорово, нахуй. Привет. Да, камера чуть, конечно, прям вот, прям приближенный пиздец, но какая была, честно, какая была. Пока что вот так, уже хорошо, да, что вы меня видите. Вот, я ее пытал, вроде как настроил, посмотрим там, как что получится, если, ну, чуть поменьше и сделать, если нужно будет. Вот, как смог, так настроил прям максимально. Поэтому вот так вот, поэтому, ребят, приятного вам просмотра получается, да? Наливайте чаек, кофеечек. Надевайте пледик, Саш, поудобнее. Приятного аппетита, кто сейчас кушает. Приятного аппетита, да. Вот. Приятного чай пить или кофе пить, я не знаю. Приятного просмотра, мы начинаем. О, привет! Давайте-ка вам расскажу вкратце, что там было, да. Мы прошли первый эпизод до конца. Вот что там было. А, второй мы прошли эпизод до конца. Полностью прошел второй эпизод. Блин, ну... Грустно, конечно, грустно, что так получилось. Грустненько получилось, что так, да. Переснимать, там просто много таких моментов, которые, блин, я даже не помнил. И, ну, там много таких моментов, которые я не повторю, как минимум. Поэтому, блин, я думаю, ну, и вы, блин, ну... Я надеюсь, что вы ничего против не скажете, насчет того, что продолжим дальше проходить игру, только с третьего эпизода. Второй, видимо, мы, ну, какую-то часть пропустим, потому что, блин, ну, переснимать вот это все дело, блин, эмоции будут не те, и вам будет так все смотреть, честно. Вот, скажу вкратце, что там было. Там был, мы, короче, попали на ферму, на какую-то там, там черики пришли с оружием, сказали, погнали к нам, у нас хавчики есть. Мы пришли, узнали, что ферма очень подозрительная сначала, вот, потом что-то там, блядь, ну, какая-то херня случилась. Вот, какие-то бандиты были, нашли мать нашей подруги, вот, девочки маленькой, да, Клементина. Вот, и, ну, там в конце узнали, что это ее мать, и, блин, узнали, что ферма, оказывается, не очень хорошая, там люди, да. Каннибалы, получается. Прям реально каннибалы. И это было страшно, конечно. Выбрались оттуда, уехали. И вот вам третий эпизод. В принципе, все так там и было. Вот. Начинаем. Ранее в игре «Ходячие мертвецы». Ну вот вы сейчас все увидите сами, кстати говоря. Да. Вот, у нас раненый. Почему вы решили, что принесли сюда еще людей, которых нечем кормить? You saved Duck from those monsters, and you stood up to Larry at the drugstore. I won't forget that. No one's trying to cut you out of anything. Вот эти бандиты. Calm down, you're paranoid. Fuck you! Это может управлять ферму. Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? That's right. I know who you are, and I know you're a killer. He's not dead! Somebody help me! Come on! We know this guy's not gonna make it. Отец умер. Ух, what the fuck? Sounds like a car. А знаете почему? Сейчас расскажу почему. Нашли еду, кстати. We have to take this, Clementine. We need it to survive. Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them. Вот ее мать. Это ее мать. В общем, почему? Там, ну, увидели, да, сцену с ее отцом. Почему так произошло? Потому что мы узнали, что люди превращают, ну, не люди, а в игре персонажи превращаются в зомби не из-за того, что их укусили, а из-за того, что они умирают и потом как бы возрождаются. И чтобы предотвратить это, вот, Кенни взял вот это и сделал. Да, «Ходячие мертвецы», эпизод 3. Долгий путь.
Национальная гвардия начала эвакуационного. Чё там? Бежим, бежим, Мари. Бежим, бежим, бежим. Эпизод третий. Долгий путь. Угу. Еще никого смотреть. Похоже, сегодня нам повезло. Возможно, но они могут заставить нас врасплох. Возможно, но давай не будем об этом. Да, прикольно, да, сделана игра? Как будто фильм какой-то. Шо ты, блядь? Так вот делаешь, не надо так вот делать. Так вот не надо мне делать. Так, шо тут? Ты уже принял решение? Какое? Ну, стоит ли валить из Мейкона? Уверен, что твой лагерь остаемся на месте? Думает, что я... Чё-то там, блядь, вообще не успел, нахуй. Как всегда, блядь. Мы должны уехать отсюда. В мотеле опасно. Но если ты так думаешь, то тебе стоит, блядь, всё рассказать остальным. Лили вгонит нас в могилу. Да, Кенни это запомнит. Понятное дело. Что он запомнит это. Ладно, как в прошлый раз. По лестнице влазим в аптеку и забираем все припасы, которые остались. Мы мало что там оставили. У нас нет вариантов. Добыть хоть что-то лучше, чем ничего. Ох, ебать. Ты в порядке? Лезь на ладан дышит. Не знаю, сколько еще вылазок она выдержит. Я не знаю, сколько еще вылазок выдержим мы. И не говори. Давай попробуем, шо, блядь. Она еще упадет, бля, вот смотрите. Проверяй, блядь. Похоже, ей конец. И что теперь? Я найду другой путь наверх. Тогда начинай. Так, их заблокировал упавший бетон. Понятное дело, блядь. Шо, тут есть что-нибудь? О! There's no safe way through that mess. Через этот хлам не пролезть, это да. Опа. Kenny, come on. Кенни, давай. Ah, shit. Damn it. I can't reach. Не могу дотянуться. Ну ебать, ты сел просто, что ты не можешь дотянуться? Ладно, не раскисай. Охуенно, блядь. Просто сел, посмотрел, такой, бля, сорян, нахуй. Ну, нормальная тема. Ну только из тачку да вот туда везти, нахуй. Но она вся в бетоне, ты чё, блядь? Ее, блядь, один не толкнешь. Не, брат, не вариант. Подожди-ка, блядь. Здесь у нас нихуя, да, собственно. Опа, подожди, подожди. Так. Бля, что ты хыкаешь, блядь? На мусор ты смотришь, блядь, и хыкает там, блядь. Здесь, блядь, здесь вообще ничего больше нет, что? Все, что ли, ёпты? Точно не можно меня дотянуться. Слушай, блядь, тут либо должен повыше, либо мой арт. Понял, продолжил поиски. Бля, я не помню, что здесь. Шо, как я тут должен забраться к нему, ёпты? Блять, как нахуй должен туда забраться-то нахуй? Ёбана, блядь. Подожди, может есть что-то, блядь, есть? О! So much for the леталец военные. Понятное дело, я тут летались. Что это, блядь? Надпись. Пиздец. Ох, блядь. Тачку ты точно не толкнешь, да? О, бля, стой. Она еще работает. Похоже, она еще работает. Давай, блядь. Лили, неважно, идут дела, да? Да уж, я волнуюсь. Волноваться есть о чем. Она обгонит нас в гроб. Ну...
Ой, бля. Ну, let's go, чё. И... Твоя девушка здесь расстроена, что ты решил взять запас из машины? Думаю, она поняла. Надеюсь, у нас не было выбора. Да уж. Конечно, не было, блядь, чел, че это выживание. Здесь, блин, ну... Конечно, жалко, что так получилось, но в любом случае, блин... Это сложный был выбор, конечно. В прошлую ночь так спрашивал парня на ферме Хершела. Правда? Я не думаю, что он его волнует. Конечно, волнует. До сих пор? А как же, как с гуся вода? Сейчас мы имеем дело не с водой. Ну давай, ёпта. Ты уверен, что ты будешь мне? Лим, я в порядке, я справлюсь. Давай сюда руку. Господи, в порядке? Нет, блядь, меня подстрелили. Ты поднимайся свою. Что за хрень? Ходячий? Ходячий не кричат так. Боже, наверное, нет. Давай поможем, ладно. Девушка, мы должны ей помочь. Как? Нам к ней не пройти. Нужно что-то сделать. Ой, блядь, все, не. Не варик, брат. Нет, мы должны Ну, короче, по-моему, рассказал про план, что она как отвлекающий маневр. Нам хватит времени, чтобы очистить это место, но все же надо торопиться. Ты все же найдешь на этих стеллажах. На этот раз не будет все под прилавком. Здесь мы уйдем. Давай, ебать, let's go, нахуй. Раз. Два. Ёпта. Три, нахуй. Четыре, ёпта. Пять, ебать. Шесть, нахуй. Давай, собирай все. Опа. Все, собрал. Погнали, дальше, мужик, быстро. Опа, медикамент сюда, блять, взяли 9 вещей. Её больше нет, времени мало. Понятное дело, блять, быстрее, нахуй. Собираем, мужик, собирай. Погнали дальше, let's go. Давай. Оп, открывай. Опа, батончики 100% берем, похавай. Собираем. Патрики, сюда. Блять, нет, мужик, туда. Давай. Все, блять, нам больше нечего собирать. Ну только вот это. Успеем? Все, они ху успели. Можно тут тем много вещей. Блять, они идут, быстрее, блядь. Перемах. Че? Кенни, помоги! Давай, сука! Нет, блядь. Ну ты что, бросишь что ли? Ты что, дурак что ли, блядь? Холодильник.
get out. Сука, нет, не-не-не-не-не, на, это. Fuck was that? They're everywhere. You took care of yourself, didn't you? А, нормальная тема. Чё, я не помог нам, нормальная тема. Надо с ним восстанавливать отношения, потому что, ну, такое себе, честно, такое себе. Стрелы везде. Кстати, бандиты так стреляют. Ух, ебать. Спасибо, ребят, спасибо. О. Я, кстати, вот стрел от бандитов все-таки. You're back. Бен нашел наклейки в столе, я их приклеил на рацию. Hey, sweet pea. Привет, солнышко. Это очень красиво. Я сейчас к тебе приду. Похоже, на король опять пацан. Что достали? Таким же успехом можно повесить табличку «Мужчин нет». Приходите на силу женщин и детей. Ха. Ха. Ну так, что достали? Just what was left. То, что оставалось. Lot, что-то довольно-таки много. Посмотри. Fine, мы в порядке, кстати говоря. Nice work. Отлично. Хотим еще немного протянем. Like this, we'll если так и дальше пойдет, мы зиму можем пройти. Зиму? Мы, да, мы жопу отморозим. Потому что если ехать с тобой в одном фургоне после того, что ты сделал с мальцом, меня очень привлекает. Не очень привлекает. You know, I'll do what it takes to keep everyone safe. We have to go eventually. Конец годов на прозвенке. Я знаю, Ли, я знаю, но вскоре это не сейчас. At it again, are we? Опять за свое, да? Can it, Carly? Don't boss people around. I'm sorry. We're strongest together. Вместе мы сильнее. Знаю, ты думаешь, что я на ее стороне, but there are no sides, damn it. Блядь, не тот ответил. What about protection? Значит, еды. Что значит защита? Что мы здесь будем, если место не выдержит? Ты должен, типа... How has this not been working? We have everything we need. Because of me, Lily. No, because Lee knows how to take care of people, not just things. What about medicine? What about medicine? А что насчет лекарств? Do you know how we got these supplies? Your pal and I got lucky and let a girl get eaten out there. What? What? Some girl came screaming out of an alley. She had dead hanging all over her. She gave us enough time to get everything we could out of the drugstore. And you just let her suffer like what? Like bait? What is happening? She was dead. Она в любом случае умерла. Это был самый лучший выход на тот момент. Lee's right. We've been putting our lives on the line doing these runs into the city. You wouldn't believe the shit we see. We all appreciate it. You should be thanking Lee for not shooting that girl. It's not so easy for him. Для него это не так легко. Look, making it its people aren't saveable. It's not a town. It's full of walkers. And the people who were left are dying and wandering out onto the streets. It's hell on earth. And it's coming this way. It's not going to be easier on the road. How would you know? What I know? Ты знаешь, что я знаю? Я знаю, что вы способны не только на убийство. I know somebody has been stealing our supplies. Я знаю, что кто-то время ходит наши припасы. Да, да, конечно. Я знаю, что люди, которым можно доверять, становятся все меньше с каждым днем. Now everybody хотя get все, out! Вылетайте отсюда. Ох, баба с яйцами, ебать. Надо, блядь. She'll get over. Она успокоит. She's riling everybody up, всех замучает. You understand, Ken? All I know is, whenever this shit happens, I'm the fucking bad guy. Я бы хотел бы услышать спасибо хоть раз, хоть раз. For once! Ну, бля, чувак, у нас не попиздеть сейчас. Что ты смотришь на меня? Сейчас не по базару, не парься. Усекается в пропасть. Можно и так сказать. Ну, думаю, сегодня ты справился хорошо. Впрочем, как и всегда. Спасибо. Думаете, стоит поговорить или начать пропавших запасов? Она так была не в лучшей форме. Я не хочу знать, какая будет, если ко всему добавится. Да уж.
Я бы хотел с тобой поговорить, когда у тебя будет свободная минутка. Ага. Ну, let's go, короче, ладно. Шо, поебемся, да? Ну, баши, давай. Сейчас, подожди. Сейчас все будет. Ага. Ебать, ну пошли к ней, ёпта. Номер Лили, блядь. Дверь не закрывает, ну ясно. Ну хули, баба с яйцами, хули ты хочешь. О-о-о. Извини. You don't have to apologize. Ну, did you come in here to give me help or to call on me? Пришел, соль на рану? А я хочу узнать побольше об украденных припасах, о которых ты говорила. Do you know what's going on? I don't. Нет, ты снова поняла это. Things are missing, and I could use your help. Мне понадобится твоя помощь. There's a traitor. Нас предатель. Somebody. Кто-то one один of us из нас. Out there. Он или она крадет у нас припасы. They have been taking things. For real? Правда? Кто? Что здесь против Пора? Yes, да, правда. Против Пора у меня ни хера нет, я просто знаю. Лили. Лили. Ты пас попадает, ты непростая, я сама не знаю. Антибиотик, ксион, тин, блядь, да все, что нужно. Опиум. Я ее спецпрепарат, все там нормально. Я до своего собственного, ему как раз не дочета. Да, сейчас я не шпажен, я не тупая, я знаю, что будет, я начну ухода на ведьм. Ты хочешь, чтобы я ее начал? Я хочу, чтобы ты поискал доказательства. What's there to go on? И с чего мы начать? I found this tossed я нашла into the garbage. Его в мусорке. We don't toss out equipment. Мы вещи не выбрасываем, мы их чиним. You'd only try to get rid of a flashlight if you're using it when you shouldn't. Seems like you're manufacturing this for nothing. Кажется, ты делаешь мой слон. Prove me wrong. Докажи обратное. I'd really appreciate it. Было бы неплохо. Запомнит это. Ну и пусть запоминает, ёбано, да? Да? A mystery. Тайна. Jesus, Господи, Дак. I'm sorry. Извините. Я подслушал ваш разговор. You need to unhear тебе не надо all of that. Забывать все, что слышу. Тебе надо забыть can все, I все. Help? А я могу помочь? What did I just say? Что я сейчас сказал? You're the greatest detective, вы величайший детектив, and I can be а я буду Диком Grayson. Грейсоном. Вашим напарником. That's Robin. Я, I know who it я is. Знаю, кто это. You can help. Ты можешь помочь. Don't не говори никому про это. Secrecy. Секретность. Yeah, good. Да, хорошо. What do I do? А что мне делать? I don't know. Я не знаю. Go смотри, look around. Сообщи мне, если найдешь что-нибудь странное. Let me know if you find anything weird. I'm on the case. Я в деле. Это пиздец. Фонарь, кто же, блядь, его взял, нахуй спиздил? Ну, let's go, чё. Пошли сначала к ней. Talk to Lily yet? Поговорил с Лили? Yeah. Да, она думает, что кто-то вооружен на запас. Really? Правда? Я еще и сломанный фонарь, я постараюсь все разузнать. Thanks for doing that. Спасибо за это. What I wanted to say was, я хотел сказать, что много думала о тебе. И я думал о тебе. Our group is у нас small. Маленькая группа. You're small. Ты маленькая. You're a convicted killer. Ты осужденный убийца. Господи, Карли. Я думаю, что люди должны это знать. Не потому, что они это заслужили, или потому, что ты плохой. Раз наоборот. Люди должны знать, потому что мы не так веселовские. Я не могу видеть, как Лили говорит с тобой без мысли о том, что это будет следующим, о чем она скажет. Не должен говорить всем, но поговорить с теми, кому доверяешь, и воспользоваться этой возможностью, пока она у тебя есть. Наверное, ты права. Конечно же, я права. Ага, ёпта. Возможно, люди будут в бешенстве, и то, что ты расскажешь им про это, это может вызвать что-то там, конечно, недовольство. So you'll do it then? Ты так-то расскажешь? Ну, no, ёпта, нет, ты шо, блядь? Да ладно, расскажи. Totally right. Good. I think it's for the best. Пошли в комнатку, ебать. Пошли в комнатку, я тебе говорю, вот дверька, блядь. Ох. Don't call me small. Не называй меня маленькой. Now, is there anything так, else you want to talk ты хотел about? Поговорить о чём-то ещё?
Знаешь что-нибудь об этом фонаре? Он сломан. Я знаю, что он сломан. И у него будет батарейки. Нужна только одна. Как и везде. А какой был вопрос? Ты сломал фонарь? Нет. Хорошо. Do you feel safe? Show me a bath with heated floor and a high-rise apartment and hand me a full-body Malbec, and then I'll feel safe. I don't know. This place is fine, but we all know that that could change at any second. You really think people are ready to hear about me? It's not a matter of ready or not. There's never going to be a good time. There's going to be a lot of bad ones. Right now doesn't seem like one of them. But everyone's different. Но все люди разные. Нельзя предугадать, как они среагируют. Maybe it's worth thinking about who you want to tell. You have any thoughts about Lily? I worry about her. That's about it. She keeps trying to run things, but it's just not working. I'm gonna look into this thing. Good idea. Ладно, let's go. Короче, она думает о том, что она пытается все взять на себя, ебать, и, блядь, ебать, застрял, нахуй, все, пиздец. И, короче, ну, баба с яйцами, короче, блядь, куда мне идти-то? Давай, брат. Hey, you two. Эй, вы двое. How you Привет, doing? Как вы? We're okay. Все нормально. Just having a little spat. Мы немного поспорили. We all carry guns мы теперь носим now, оружие, and... мне это не нравится. Like it's the way it's gotta be. Так должно know, быть. Я знаю, просто я к этому никак не привыкну. I'm sorry. Извини, how are хотел, you? Ли? Kenny, you got a second? I need to tell you something. Yeah? What do you got? Такое? Шо, блядь? Ты же потом сделаешь, да? Ладно, мне присесть. Come on. Хорош. Три месяца назад. On my way to prison 3 months ago. No shit. Да ну. No shit. Ну да. Wasn't for touching kids, was it? Не из-за расстрелять. No, it wasn't. Because we got two here. А то killed a guy in a fight. Ну пора во время драки. Should I be worried there's anything else in your past that's gonna come out? No. Good. Хорошо. But you should know. If we gotta make numbers when it comes to a boat, this is gonna matter. Блять. Ну шо ты, блядь, дуешься? Да иди сюда, ёпта. Побазарю с тобой. Hi, guys. Do you guys know anything знаешь, about this broken flashlight? Бля, у нас их не так уж много. Yeah, it's a problem. Да, с ним проблема. The glass and the bulb are all busted out. I saw some broken glass over by the ice machine. I meant to clean it up before the kids hurt themselves on it. I forgot, though. About the guns. Don't you start. Только не начинай. I just wanted to say, Kat, it's probably good to make you comfortable. Thank you, Lee. Спасибо, Ли. But we need them. Но то, что они нам нужны, в этом нет сомнения. I'll talk to you later. Я буду с вами позже. Все, let's go дальше. Оп-о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 па. Угу. Какой-то хуй, блядь, да, или, блядь, не знаю. Какой-то челик взял, разбил фонарь. Мужик, иди сюда, ёпта. Hey, Ben. Привет, Бен. What's up, Lee? Как дела, Ли? A flashlight was broken. Was it you? No. You're not in trouble if it was. I know you get nervous. Maybe you went out to go to the bathroom, broke it, got worried and tossed it. What's with the third degree? I didn't break any flashlight. Okay then. Тогда ладно. What do you think about Lily? She scares the crap out of me. That's a reasonable thing to feel. I'm just worried she's going to snap. Did you ever come down here to Macon much? Здесь, в Мейконе? I didn't have much reason да, to. Мне незачем было. My parents would let me take the car into the city on the weekend. But what's in Macon? Просто это время. It's kind of a waste of time compared to Atlanta. I grew up in Macon. Я вырос в Мейконе. Oh, I didn't mean to say it's crappy or anything. Не хотел сказать, что такое. It's super nice. Отлично. I mean, not now, сейчас, but I bet it was. Хорошим. И сейчас тоже.
Talk to you later, Ben. Bye. Не, ему пиздеть нахуй, он, блядь, что это, нахуй, не-не-не. Блядь, что здесь нахуй, куда я иду, блядь? Тут на земле битое стекло. Doc. A clue. Maybe. What do you think it is? I don't think it's anything. Maybe it's a sign. It could be. It's pink chalk, which is weird. Okay, back to investigating. Да бля, мужик, ты шо, она? Ты шо, она, блядь, добрейший человек, блядь, ты чё? Блядь, как, шо ты идёшь так, скользишь-то, ёпта? Клементина, блядь, ты шо, я добренький ребёночек. Ты... Я, блядь, хуею, шо ты делаешь, мужик? Блядь. Да, скользим как паровоз, ёпта, что? Куда мне идти, ёпта, я хуй его знает, куда мне идти там, блядь. Сюда, наверное, я ебу, блядь. Ты куда идти-то? Да мне иди, блядь, я хуй знаю, как мне к ней подойти-то, блядь. Я не ебу, как к ней подойти, блядь. А сюда могу подойти? Нет, другое место. Сюда? Блядь, то же самое, ёпты. Здесь нет никого, блядь. Вообще никого, блядь. Сюда должен подойти, ёба народ. Дядя, ёпта, где, блядь, проход, ёпта, лабиринты начались, ёбаные. Мне такое вообще не нравится. Сюда, может, как-то, блядь, могу пройти. Нет, блядь. Туда. Здесь ничего, ёпта, нету, нахуй. Промел. Have you seen any chalk around? Видел где-нибудь мел? Yes, Clementine loves to draw with it. Yeah, of course. Да, смысл, я поговорю с ней. И где мне, как мне черкало не пойти туда, блядь, а? Ты мне вот скажи. По идее, вот сюда, да? Теперь вот сюда должен идти. Блядь, я хуй узнать, чё ты, блядь, делаешь, нахуй? Ёбаный ты мужик, нахуй. Блядь, как мне к ней пройти, блядь? Бля, может, всё проще, чем кажется, блядь? Мне туда прямо просто. Блядь, сука. Тварь. Где она, ёпта? Я хуй его знает, короче, как не подойти. Подожди. Мы идем вниз. Ну и, мужик, блядь, как мне к ней пройти? Где она, блядь, вообще? Тусуется, не тусуется. Туда, вперед, если идти. Блядь. Я хуй его знает, короче, ладно. Давай спросим всех про мелок. Hey, Ben, I need a Бен, мне нужен мел, не знаешь, где я могу найти? Why would I have? Чего он должен быть у меня? Просто спрошу. Well, I don't play я с такими вещами stuff. Не играю. I've got у меня были, ну, в общем, мои мысли. Я читаю Библию, которую я нашел в своем номере. That's what it's there for. Она там для этого и лежит. Блять. Пошли к ней, бля, хули. Hey. Привет. Find anything? Нашел что-нибудь? Do you ever want to leave here? I want to leave here when we have to, not because of some fantasy of somewhere better. So, you think the coast is a pipe dream? Don't you? Нет. We're going to live on the water because we assume they can't swim? We're alive because we stayed here. That's as far as the discussion needs to go. Ладно, блядь, пизду тебя, нахуй. I'll be back. I'll be back, ёпта. Понятно, нахуй. Блядь, как мне туда пройти, мужик, ёбана? Ты мне, мне нужна Клементина, как мне к ней пройти, блядь? Смотри, вот сюда я иду, да, значит. Тут, ёбаные, блядь, вот коробки, нахуй. Я, блядь, хуй его знает, честно. А, во, смотри. Блядь, что, дурак, что ли, блядь? А, то есть вот так, да, хер, ну понятно. Проработанность прям супер. О, бля, пошли посмотрим. Игра, да, как? Sounds like Kenny actually has that thing right. Поверю, когда увижу.
Так, ну смотри, сюда мы идем. Все, вот-вот-вот-вот, сюда. Очень странно. Бля, мужик, мне нужна Клементина, блядь. Как мне к ней пройти? Ты мне скажи хоть раз. Ты шо, дурак, блядь? Блядь, ну, ребят, я хуй его знает, честно. Как мне к ней, блядь? Как мне туда пройти-то, нахуй? Уж мне скажешь или нет, блядь? Я пошли туда поднимемся, хули. Чё делать, блядь? Я, честно, вот не буду туда. Просто вот хуй его знает. Игра прям, да, проработана. Ну, блядь, с другой стороны, сколько лет уже игре. Могу позвонить тебе, милок? What, Clementine holding out on you? So you don't have it. У тебя его нет? No, why would I? Я рассказал Кенни о том, кто я. And? И? Не знаю, так вообще, что если будем решать тупой головки, мы это все обсуждать за ним будет. Ну, не волнуйся. I'll talk to you later. I'll talk to you later. Я с тобой побожу. Блять, как мне к ней попасть-то нахуй? Я, честно, просто, ну, не ебу. А! Блядь. Правда, да? Что, правда, нахуй? А так можно было или что, блядь? Блядь. Я в ахуе, нахуй. Просто в шоке, блядь, нахожусь. Hey, Clementine. Привет, Клементина. Hey, Lee. Привет, Ли. What's that you working on, Clem? It's called a leaf rubbing. My teacher, Miss Moore, showed us how to do them when we went to the botanical garden once. See? It's the same. Kind of. Ah, that's really something. I'll make one for you, too. Do, you have any pink chalk? No, it's gone somewhere. Do you want blue? No, no, it's okay. Lee, I found something. What is it? I found this piece of pink chalk and a scuff of it over by the gate. Really? Totally. I was coming to see him for clues. Yeah, Duck, I got it. Good job. Давай, давай, малой. Cool. More chalk. Somebody was over here too. See, I did good, huh? Yeah, Duck. You did. Молодец. I suppose I should go out there and look around. You stay here this time. Seriously. Okay. Ладно. Шо, let's go, ебать. Так, что здесь? Здесь. Они что-то притихли. Что здесь, блядь, здесь ничего вообще не должно быть, как минимум. Опа. Опа. Son of a bitch. Твою мать. Пу-пу-пу. You haven't come up with anything, have you? I came up with this. Нашел вот это. It's got a bunch of meds in it. It was in a grate on the outside wall. And there's a sign on the other one. Holy fuck. Нихуя себе. Yeah. Да уж. Okay, we line everybody up. Everybody. Somebody is killing us. Stealing from that supply is the same as slipping into your room at night and cutting your throat while you sleep. You die. What is the difference? What if Clementine gets sick and we don't have what we need? What the hell? You don't fucking steal from us! Who the fuck is that? We've got our people out there! We ain't fucking around! What do we do? Oh, shit!
They're gonna start kicking in doors any second. Lily, what the hell are you? Stall him. What? Just keep him talking. Do whatever it takes to stop him pulling the trigger. You made the biggest mistake of your life. Shit. Enough of this bullshit. What the hell? Drew, stop putting your boot to these doors. Yeah. Hold it, asshole. Take it easy. Спокойно. We have more supplies. We can keep the deal going. Too late, shit. Слишком поздно, урод. Мы не даем второго шанса. It was a mix-up. We'll make it worth your while. Мы все вам говорим. I'm listening. Я слушаю. We'll leave you everything. Мы оставим вам все. Just let us walk out of here. So you can try to pay us a little visit later? Мы заглянем попозже. Нахуй. All right. I've had enough of this shit. Пускай в расход этих хуёв. На нахуй. Пустили, ебать. На нахуй. Ох, ебать. Защищайтесь, выкурим его. We gotta get out of here. No shit. Get those bastards. Cover our people and get them to the RV. На нахуй. Go around, shit, for brains. He's back there. Блять, сука, на. Get over here, hurry! Man, you saved our asses. Чувак, ты спас нас. Get inside. За фургоном. Бля, спасибо, нахуй. Что это за хуйня, блядь? На, ёпта. На, ёпта. Выгляни, выгляни, тварь. Катя, hurry, come on! Clem, get inside the RV. It's gonna be okay. Go! Christ. Господи. Lily, get in the RV. Screw her. Let her stay. Shit. Да, а имя, ёпта. Lily, last chance, get down here. Shit. Вот и все, вот мы уехали. Jesus, are you okay? Ребят, господи, ты как? Fine. Я в порядке, я в порядке. Oh, shit. Ох, черт. I'm sorry. Прости. Everything's fine. Нам нужно разобраться, как это произошло. Я говорю, что мы потеряли все. Well, we're lucky as shit to have this RV. And nobody died. Cat's head is split open. I'm fine. Somebody in here. Кто из вас в этом виноват? Settle down back there. Итак, Ванди звали спокойно несколько недель. Это другое. Сотрудничал с ним. Кто бы то ни был, не отдавал им наши медикаменты. Они не получили сопротивление. Не получил пакеты и играть. Покойся, это полная чушь. Я нашел сумку классно, спрятал за стеной. Это правда. Что ж, Карли, можешь что-нибудь сказать? Успокойся. Thank you, Lee. She can fight her own battles. Unless there's something going on here that implicates you both. Don't be ridiculous. Like, look, maybe we should vote or something like that. Vote? What? Just look, Carly's a stand-up gal, and maybe this was all just a Guys, мы должны действовать сейчас. Я знаю, тут через дверь дома. Но среди нас предатели. Ребята сделали. Did you guys get that? Someone who puts their city and shit above everyone else. Всех остальных.
Thank you, Lee. Спасибо, Ли. Nobody was stealing да никто, anything. Никто ничего не воровал. Was it both of you? Были вы оба? What? I've seen you two together. Was it both of you? Look, just let me out. I didn't do it, but I don't like this. I don't like where it's headed. Look me in the eyes and tell me you скажи, didn't have anything делал. To do with it. Lily, lay off of him. Него. I... Yep, no, nothing. Shit. What's going on up there? I hit something. We gotta stop. All right, well, we can deal with this now, then. Не знаю, блядь, что нахуй. Кенни, там безопасно? Should be. Everybody out. Заходите все. Lily. Out. На выход. Kenny, the RV has some surface damage. There's a walker trapped underneath. God damn it! Everyone, keep your eyes peeled. You know what? We знаешь, shouldn't just kick you out. Нет, we should hear what everybody всех. Thinks. I think you should chill out. I'm not gonna take this. You can push Ben around, but you can't push me around. I'm really sorry you feel that way. I'm starting to think maybe it was both of you. I'm not doing this. Come on, Lee. Ну, you're the one who found them. You can't just abstain. Fuck all that. This is nuts. We're out here on the side of the road. Okay, fine then. Ну ладно, Кенни. Kenny? I don't know. Fuck, just stop, would you? Well, your vote counts for you and Katja. We don't need all these votes. What do I have to do for you to trust me? I'll do anything. I'll do watches for months. Ha, the hell you will. Stop panicking. Seriously, Ben. You need to stop and just take a breath. Do we need any more evidence than this? Fuck evidence. Stop treating him like this. Shut up, Carly. Ugh, I've heard enough out of you. Kenny, what's it gonna be? Just give me a damn minute. Ben? You have until that walker is dealt with to tell me it was her and not you. Stop this. You're torturing him. No. Ben, stop. This is about trust, and I've never trusted you. Lily, Лигати. I can't leave. Не могу, Ли. You ты знаешь, know я I не могу. Thank you, Lee. Спасибо, Ли. Пожалуйста, выслушай его. Please don't kick me out of the room. We won't. Tell me now. There. I got him. Please, let's just get back. That's not happening. You think you're some tough bitch, don't you? Like nothing can hurt you. Ничто не может тебя ранить. Ты всего лишь маленькая пуганая девочка. Get the fuck over it. Нахуй. Take a page from Lee's book and try helping somebody for once. И помоги кому-нибудь. Ох, ебать, ее это задело прям жестко. Now, what the fuck's the problem? На чем проблема? На, блять. Drop it. Holy fuck. Kenny, what's happening? Keep duck away from the windows. Jesus Christ. Get in. We're leaving this crazy bitch. She couldn't be trusted, Lee. I swear. Please. What are we gonna do with her? Leave her for the walkers. Just get in. Просто лазь, мы подумаем, что делать с тобой. Я понял. Это плохая идея. Она убийца Майкла. I'm a murderer? You've had Lee with you this whole time. I don't care what he did before. You know? Yeah, he told me. I don't give a shit. If we keep you with us, how long until you get me? I was trying to protect all of us. I don't have anything left. Whatever. Just просто залезай. Бать, она сломалась, на. Баба с яйцами сломалась. Она боится. Пиздец. Lee, a word, please. Не можно тебе пару слов? Блять, жалко, конечно, блять. Жалко ту бабу, да? Она, блять, очень пригодилась бы нам дальше, бля. Я, кстати, вроде проходил, когда она у меня осталась.
чем дело? Пацана не было вроде. Пацана не было. Когда все чувствуют? Ох, ебать. Какого хера? Все во время налета. Какой план? До этого укушенной группы. Я возьму за ним. Провожу не сделать с медицинской точки зрения. План все тот же. Если ничего не случится, восток. Что здесь еще мы можем сделать? Мы подумали, что что-то там. Важно оставаться честным друг с другом. В случае, если разговариваешь с Клементин, мы будем тебе очень благодарны. Ебать, да пиздец. Пошли. Duck is bitten. Да, пусили. Что? He got bit by a walker. Его бы заходящий, когда мы жили из мотеля. Я не... Что ж, Карли? Мне ничего сказать. Это ужасно. I'm sorry. Мне жаль, если... Нет, не извиняюсь. Ты ничего не могла поделать. Солнышко. Что у меня есть. Me too. Я тоже. I heard you outside my treehouse that day. На дереве в тот день. И подумал о том, чтобы скинуть молоток тебе на голову. Мило. Но я этого не сделала. Thanks. Спасибо. Проснулись, ебать. Прикинь. We got something up ahead. Здесь что-то есть. Бля, хорошо, что это был сон, блядь. Damn it. Дорога заблокирована. Now we gotta deal with this. Надо бросать. Помню, вот тут я как раз таки ебался. Я проходил, я прям вот до сюда вот доходил, нет, чуть дальше доходил. До начала четвертого эпизода вроде, и все потом. Может, есть ли путь? Like может, что нет, foot, есть только пешком. Сейчас мы не можем really позволить себе такую роскошь. Это место, конечно, безопасно. Эти кусты никто не подобрать к нам незаметно. And I'd like everyone out of the RV except her. I don't want folks trapped in there with me. Наедине. Why don't you and I go look around? Yeah, everyone else relax. Clem, stay close to Kenny and Kat, okay? Lee, if you come across anything to drink, if there's a dining car or something, I think Duck's a bit dehydrated. It's a freighter, hon. Be careful in there. What? You think there might be something dangerous inside an abandoned locomotive? Hadn't crossed my mind. Пошли к этой сначала, гоняем. Пошли сначала к ней сгоняем. Если мы лидеры, получается, и все это, ну, нам это показывает, что мы лидеры в этой группе. Получается, нужно оставаться лидерами. Hey, Lily. Lily. I'm sitting here tied up like an animal while you guys decide what to do with me. It's not like that. Then what's it like? Then what's it like? Then как? Lily.
А, бля, подожди, там что было еще? Да ебать, не то нажал. Да что ты смотришь, ты зайди. Смотрит он, ёпта. О, зашел еще раз, опа. Так, что здесь? Так, здесь у нас больше ничего. Опа, подожди. Я ухожу. Остановлю тебя. Ну, ты не сделаешь. Пошли с вами. Можно здесь фургон прямо сейчас. Оставил ключи. Сука, давайте хорошо ответим. Хорошо. Серьезно? Да. Или Клементина. Ой, блядь. Куда... Сука. Пойдете с ней? Ну, пок... Блядь. Ну, вообще, это будет не очень красиво. Понял. Блядь, она крадет фургон. Лили! Come back here, you crazy bitch! Fuck! Stop! Ну, я просто по приколу ответил, хорошо. Я вроде знал, что она уедет в любом случае, поэтому просто ответил по приколу, что будет. Let's focus on. Давай сосредоточимся на поезде. We're fucked if we don't figure out how this thing works. Can't spend the night out here. Duck is still sick, you know. We need to get to the city, the coast. Нам нужно попасть в город на побережье. Вообще это вроде, кстати, самое интересное, вроде уже конец третьего эпизода идет, вроде как. So, but this looks recently used. Be on the lookout and have your guard up. И съебался, ну. Так, давай возьмем, что здесь? Так, может, до поезда? К побережью. Маршрут 27, Саванна. Вот только не хочет оставить. Take this to Katja for Doc. Просто с поездом ебался через долго. Не мог его врубить. Значит, для нас ничего важного нету. Вроде две двери нужно будет, короче, с ними брать. Вот это и первая, блядь, это вообще пиздец, что там было. А, нет, нам только первая нужна. Ладно, let's go, ебать. Let's go внутрь. Shit. Черт. Got one.
Есть один. Сидим на стуле, мы разберемся с ним. Нужно смотреть его. Да. I don't think this guy came back. Парень вернется. Christ. Боже. That light is blinking. Она не мигает. Push it. Yeah. Push it. Why not? Are you fucking serious? Here, look. It's just the brakes. Okay, I'll give you that one. This fucker works? Seems like it. I'll be damned. How the hell do we get it moving? I don't know. That's Mr. Amtrak over here. No clue. We found this in the boxcar back there. Whoa, is this what it looks like? I think so. No, no. This hoss will take us right to Savannah. 100 tons of steel? Put 1,000 walkers between us and the ocean? We don't have to give a shit. I can't believe it. Just have to figure out how to get it started. I'm sure we can figure it out. How tough could it be? No idea, but we'll find out. That's the spirit. Ben, if you could keep an eye on the girls and Duck, I'd appreciate it. It won't make sense of these controls. Man, this could be exactly what we need. Hey, Ken. What's up? You want to talk about Duck? I'm really sorry, Kenny. Nobody deserves this. There's nothing to talk about. You heard Kat. He could be fine. We probably shouldn't ignore it. Nobody's ignoring nothing. I'm not worried. You shouldn't be either. I'm sorry about the RV. Keeping her was my call. This one's on me. The radiator's fucking hosed in that thing, so she won't make it 30 miles. Figure this train out? Maybe it turns out she did us a favor. God, we need some. Боже, нам нужна какая-нибудь помощь. Вы ставите поиск. Люди делают заметки, когда разговаривают с подобными вещами. Так, let's go. Что здесь? Я бы не знаю, что с ним делать. Блять, нахуй ты вышел-то, блять. Стой, обратно. Стоять, ёпта. Пачка карт городов штата Джорджия и ничего о поезде. Shit, this is it. Instructions on starting the engine. Damn, pages are gone. I can kind of see the indentations from the writing. Perfect. You can read it now? Yeah, should be able to just follow the steps to get the engine on. Sounds good. Ничего неплохо. Так. Короче, смотри, 6 вниз с того тумблера первых, 2 вторых вверх, потом вверх, вниз, вверх. Ну, блядь, надеюсь, запомнил я нахуй. Надеюсь, я запомнил. Так, 6. Давай. Вверх. Подожди-ка, нахуй, я не помню, блядь. А, внизу они должны, окей, все. Оба внизу, первые два внизу. Это туда, нахуй. Это идет туда. Туда. Потом вверх, вниз, вверх, верно? Вверх, вниз и вверх. О! Сделал-то. Что-то загорелись. So far, so good. Пока все в порядке. Так, let's go. Посмотрим, что здесь. Так, окей. Now we're talking. Это другой разговор.
Так, что тут еще? Девяточка. 6, 7, 8. Так, ну, нам, подожди. Ошибка, посмотрим, что тут. Опа. Ух. Нормально, дверь закрылась. Ой, блядь. Господи. This door's gonna hurt. I can't get at him in there. Okay, you aren't gonna like this. It's in pretty good shape for a wreck. Послушание. Так, ладно, let's go. Пошадим водичку, блядь. Чего, блядь? А. Так, пошли, отдадим водичку с тобой. С ним поговорим чуть-чуть. Hey, sweet pea. Hey, солнышко, ты в порядке? Okay, мне кажется, так плохо. Мне тоже. Вот я нашел воду. Thank you. Perfect. He's allergic to bees. У него аллергия на пчел. Is that right? Правда? It's all I can keep thinking about. Это все, о чем я могу думать. Like, somehow будто that matters. It doesn't. Это не так. I know. Well, я знаю, ну, точнее, я не знаю, но ты прав. Right. Here, вот я нашел это, если Дак хочет. Thank you, that's very thoughtful. He isn't fussy, you know. What? Most kids, they're really fussy about what they eat. Не любят овощи и все в этом роде. Not duck, huh? Только не Дак. No. Нет, самая большая проблема, с которой он сталкивался, как научил использовать видео. Thank you, Lee. Жители, конечно. И давай с тобой. Have you heard or seen anything out here? No sign of whatever lives in the train. Keep it down. I don't want you scaring the kids. Так, ну, собственно, пошли. Чё? Ну, мы туда давай сгоняем запас, вон чё это. Это большая свалка. Так, ну, нам нужно отстегнуть, да? Скорее сюда, блядь, хуйню. Вот эту, блядь. Потому что, блядь, как мы поедем вообще. Let's go сюда. Угу. Здесь ничего интересного для нас с вами нет, да? Looks like it'll get that pin out. 64. Shit. Дерьмо, он сломан. There's gotta be a better way to do this. Да вот, бля, есть. It's stuck. I can definitely pry this thing free. If I can break it loose first. Сломаю ее. It's stuck. We need a bunch of force to break away all this rust and whatnot before I can pry anything free. Сломаю, подожди. Derailed. Ну,
Нам нужно назад сначала отъехать, да, я так понимаю. Ну, а пошли попробуем. Попробуем с тобой. Так, let's go. Здесь же он находится, да, вроде? Так, что там, как? 9 сначала туда, потом туда. Да, вот у нас получилось. Ну что, Зак? А что с ним? Look, Kenny, слушай, it's something we're gonna have to deal with. Did you not hear, Cap? Слышал, как? We don't know shit, Lee. Let's fucking enjoy this. Да, просто насладимся этим. Mom, let's see if she'll move. Поедет ли он? It's all yours. Это наверное, тебе. Still attached. Can you go find out where we're stuck? Get us unstuck. Yeah. No. Пошли. Let's go. Быстро, 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 быстро. Решаем, решаем вопрос. Let's go. Давай, беги, беги. Почему нельзя бегать здесь? Почему медленно ходишь, мужик? Ну давай побыстрее, блять. Опа. Давай, давай, блещи, лещи, 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 лещи. Kenny, we're loose. Все, пошли звать всех, получается. You touch any my stuff? Вещи. Who are you? Кто ты? I guess it's no worse for wear. Парень, который живет в поезде, так и сделает. Я уже успел встретить всех остальных. Они встретили меня очень радушно. Ты знаете Чака? Да. Это так здорово встретить кого-нибудь нормального для разнообразия. Он дал мне конфету, мне тоже. Ясно, хавай, да? Ну, понятно. Welcome. Добро пожаловать. Спасибо тебе. Kenny? Ты вроде бы Кенни? Конечно. Человек разделяет мою саду дорогу. Да-да. Я знаю, что у вас случилось все плохо. Я ценю вашу заботу. Ну, немного заботы, я уверен, что он не поправится. Но предложить вам все, что у меня есть, хотя есть мне немного. Спасибо тебе. Мы бы хотели сделать что-то же самое. Чего бы нам... Мы бы тебя просто не... Сами. Нам, мы бы тебе не... Конечно, не помешали бы там что-то в помощи. О, я, давай! Погнали, ёбана! Давай, 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 на игру я спою, ебать. Let's go, ебать. Hey, Chuck. Howdy. Why are you alone? Чему ты один? Why not? Seems to be doing all right. Fine, then. Да, ладно.
I'm sorry. I do like being around you all, actually. It's nice. You caught us on a bad day. You still got a couple of kids. He's got a good spirit. That's some kind of something. Where are you from? Откуда ты? Ты живешь неподалеку? Из Джорджа. Не видели, где я живу. Потом поговорим. Надеюсь. Так, let's go, Кенни, получается. So that's it? We're cut loose? Мы отплены? Seems that way, yeah. Готово. Great. Отлично. We don't got much left. Нас мало что осталось, так что соберите, что есть. Пошли. Хочешь прогодиться? Ну, похоже, ты забираешь мой дом. Значит, это да. Да хоть насекомых не будет в вагонах. Нормально. Так больно. Залез в поезд, Клементина. Ему становится хуже. Дай мне взглянуть на него. Is the train really a good idea with ducks like that? Ducком. Maybe we should focus on one thing at a time. Yes. Да. What can что we do here? Это... Get on the train and we find something better. That is the plan. I think Lee just wants to talk it through. It's talked through. Все обговорено. Давай-ка. I'll be up front. I don't want to hear any nonsense until we get where we're going. Ебать. You gotta be hard on you. Ну, жути, наверное, да? Взрослый давайте отрел тише, как бы забиться. Мы будем в порядке. Мы уже прошли через многое. Это быстро растет. Я уже вырос. Сами сомневаюсь, потом смог. Ли! Ли, Ли, ты нужен мне прямо сейчас. Нужно, чтобы ты позвал Кена. Я занят руки. Чем, блядь? He's out of time. We need to stop this train. Okay. Please. Пошли. А, ну что, let's go. Let's go. Так, ну, давай, заходи. You need to stop the train. Нужно найти поезд. Kenny. Kenny. What? Что? Ken. Ken. What the hell's that? Что это такое? The beginning of a war. He'll be fine. Он управится. Мы найдем тебя, где можем сесть люди, когда нашли решение этой проблемы. I'm sorry. Мне жаль, я не должен что-то говорить.
Go back there. Иди назад, скажи мне, что все будет нормально. What is the goddamn deal? Дело? Он слегка болен. Нельзя же просто так сдаваться. It's a scratch. Просто царапина. Он же не такой дорогой. Боже, он делает только хуже. This isn't about Doug. Да, не в даке. It's not about my son. Это не потому, что мой сын умирает. What the hell do you know? Ты вообще знаешь? You're not my friend. Ты не друг. I don't hate you. You sure as shit haven't done anything for me. Ты не можешь ничего для меня сделать. You couldn't save Herschel's son then. Herschel'a тогда и ты не можешь спасти так сейчас. Shut your mouth. So you're running like a coward. I don't need you, and Duck doesn't need you. I told Kaja I'd get you to stop this, and you let your ass go. Я сделаю. Ах ты сука! You don't even have a child. You don't know what this is like. You fucker! You're not helping my family. You're not helping Clementine. You're not helping anybody. I don't give a fuck that we don't get along. I'm not letting you do this to Cat and Duck. You want to hurt people because you're afraid. Losing Duck ain't enough for you. Because you're fucking lose everything acting like this. I'll fucking kill you before I let that happen. I'm sorry. Думаю, что пора. The boy's been bit. Мальчик укусили, если что не догадалось. Take as long as you need. Времени больше нет. What are we gonna do? Что мы будем делать? We can't allow him to become one of those things. But what if? Ну, что, если? What if he doesn't? Если он не разнимается? Я очень тебя люблю. Я бы нашу сына больше жизни. Мне нужно, чтобы ты меня послушал. То, что ты говоришь про то, что он превратился, это глупость. But no. Нет. There's. No. Come on, Cat. If you think of one, you let me know. Isn't there some sort of pill or? Something we can just give him. Just drift off to sleep. Right, hon? I mean, Jesus, this is our son. I know. But we know it's here or nothing. Fuck. Just who, then? You want me to? You don't have to. I'll do it. Kenny, you're his dad. You'll do it. And I'm his mother. He's right. Да, don't не говори мне бред, типа, я родила его на свет, типа. Он все еще маленький мальчик. Would be different if he were older. Let me do this. Дай мне это сделать. Then I'm coming with you. Я пойду с тобой. No, hon, stay with me. Будь с ним. Your son loves you. Ты должен вспомнить, you should remember him as the silly boy we used to have. А не таким. Пиздец. Это очень грустно, грустно, сама очень грустная. Я не могу. Ли, be with him. Ты будешь с ним?
Что происходит? Дак умирает. Я знаю. Что делает Катя? Она избавляет его от страданий. Да. Слушай, Клэм, все. Господи. Чтобы никогда to такого you. Не случится. Ты не можешь знать. Yes, I do. Да. I'm gonna go get her. Я схожу к ней. Сейчас she's на уже настоянии. Бен, иди к Клементине на хвост, right? Ладно? Смотри в оба. Ебать. Кэт, 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 Катя! Why, Кэт? Зачем, Кэт? Господи, oh, мать его, боже. God. I'm so sorry. Yeah. She could... Она не выдержала. Она просто, блядь, блядь. О, фак! Что нам делать? You're his dad. Это его отец. You тоже не делай там. Просто положи этому конец, мужик. It, все будет хорошо. Ебать, это же жестко. Хочешь поговорить? Ты понимаешь, что произошло? Да. Хорошо. Что ты думаешь? То, что сказал Чак. А что сказал Чак? Что со мной пройдет тоже? Что с Даком? Что? Не ругайся. Извини. Пойду поправлю ему по этому поводу. Не сердись. Hey. Здорово. How you doing? Как оно?
don't care what reason you have for doing it. No reason to go and tell my girl she's gonna end up dead. Потому что это случится. Я мало что вас знаю, народ, но я точно могу тебе сказать, что если у вас будет так же, как и сейчас, твоя девочка, долго не протянет. А ты откуда знаешь? Я знаю, что у вас нет плана. Выбиться до Саванна, а дальше что? Do what's best for Clementine. Oh well, then you do have it. Ну ладно, ты уже все придумал. Не важно. Слушай, эти беседы с чем, когда Декарт в конце готов, я бы дал тебе быть на уме. Если с тобой что-нибудь случится, не случится. А если случится, ты обязан подвести девчонку. Научи ее обращаться оружием, ради всего святого, подстриги ее. She's a little girl. Она же маленькая девочка. Она умрет маленькая, если ты будешь решать с ней так же и впредь. Ты только задумайся, она живой человек, вот и все. Ты либо живой, либо труп. И ты не маленький, не девочка, или мальчик, и не сильный, или умный, ты живой человек. Глянь на его волосы, она знает, она бегает со спущенцами, как липучка, которая так и наведет к чему-нибудь прицепиться. Пойдет шарниц моей сумки, предыдущий причастки, прежде чем находить. Причем ходячий сделать это. А затем покажешь ей, как представлять, потому что нравится ей это, или в будущем это спасет тебя. Я не должен объяснять, как ты должен это делать, но уже слишком многие погибли. Да уж. А если я увижу, как умрет еще одна маленькая девушка, я просто не выдержу. Понял тебя. План, стрижка, оружие. Хороший совет. Хотя бы что-то. Куда направляешься? Туда. Я думаю, когда приедем в Саванну. Есть мыслишки, поговорим, когда приедем в город. Вам же, народ, так или иначе, нужна компания. У тебя есть семья? Где-то там, где-нибудь. Ну, вроде как я один уже 14 лет, если мне память не изменяет. Жаль это слышать. В этом нет ничьей вины. Be safe up here. Будь осторожен. Как скажешь. Hey. Привет. Hey. Привет. It'll be good to get to the water. Добраться до воды. Are there any maps up here? Есть еще кинь-карта? I don't know. Я не знаю. I just want to look over one with Clem, so she has a lay of the land once we get to Savannah. Mind if I get by you for a second, Kenny? Can you just leave me alone? You mind if I look in there for a second? I really wish you'd just leave me alone. Get out of here. What? Hey, Ben. Hey. Aren't many of us left. Yeah. You, me, and Kenny. Clementine. He's only so the homeless dude if he sticks around. Are you gonna be able to step up? I can do just as much as anyone else. Good. Хорошо. That's true. See you. Увидимся. Yeah. Сейчас спущу. Можешь вон того припахать? Hey, Ben. Hey. Carly didn't have to die, you know. She would have killed me instead. Yeah, maybe. Возможно. See you. Увидимся. Yeah. Так, что? Как мне карту достать с тобой? Мне бы лучше ты все убрал. I was lucky enough to get it working once. What's your problem? Hey. Yeah? You
хочешь плыть на лодке? Это еще лучший план. Это лучший план. Я хотел бы сказать о том, что часто украшатого всех. Не стоит меня успокаивать. Нет, просто не нужно ехать вперед. О, бля. Но он так и не даст, да, ее? Ладно. Ничего себе. Логично, слушай. Опа, это что? А вот это что такое? He's lived here a while. They look clean enough. Hey, Clem. Did you talk to him? Поговорил с ним? I did. Да. Он объяснился и дал ценные советы. Послушай, мы не позволили, чтобы с тобой случилось что-то плохое. Но есть меры предосторожности, их нужно принять. Okay. Хорошо, yeah, давай там есть толк. Worry, о, солнышко. Okay. Хорошо, что нам нужно сделать? Well, так, мы должны придумать план, чтобы знать, что здесь. Кач, пизду, блядь, пизду. Пизду, блядь. Дал читать уже это. To know how to protect yourself. Like hiding, например, or running away? Убегать? Got поняла. It. I mean, with one of these. Хорошо, first, don't be afraid. Не бойся, it's just a thing. Take it. But know where your finger is all the time. And don't put it on the trigger unless you want to hurt somebody. Okay. Хорошо, хорошо. See? It's not scary. It's heavy. You'll get stronger. To aim, you look right down the top, through that notch. Line up the sight at the end with your target. Is there anything else I should know? When you're ready to shoot, make sure you're not breathing hard. Then hold your breath right when you pull the trigger. Like when I'm swimming? No, just for a quick second. I found that if I did that, it's a lot more accurate. It's tough, but it'll help. I can do that. Okay. Хорошо, Локзи, не понимай. Твой первый выстрел. Жми на курок, я прикрою твои ушки. Тихо и спокойно. Тихо и спокойно. Ты в порядке? Мне рукам больно. Мне это не нравится. Пробуй продолжить, ладно? А я должна? Да, должна. Okay, a little higher. Okay, aim a little bit more to the left. Aim a little higher. Блять. A little bit more to the left. Aim lower. Okay, aim a little bit more to the left. Close. Keep it steady. Aim more to the right. Steady now. Almost got it. О, попало. I got it. Excellent. Good shot. Bit to the right. Okay, a little higher. Блин. Close. Now keep it steady. Aim a little higher. A little bit more to the left. Close.
keep it steady. Aim more to the right. A little bit lower. There you go. Nice. Куда-нибудь бутылки достают. Yeah, you did. Good job. I was holding my breath, and the gun didn't shake so much. See, you did good. They're not walkers, though. No, far from it. But you know how these things work now. We'll graduate you to walkers one day. Okay, I feel good. Not so scary, huh? Nuh-uh. Hi. So you're probably not gonna like this. Oh no. What happened? Nothing. We have to talk about your hair. It's not safe. That's not nice. What? Are you saying it smells? No. Because it does. Kinda. Do you remember when Andy St. John grabbed it and I got mad? Yeah. Well, that could happen again. And if it's a walker, we need to trim it. Just a trim, right? I need to cut it short enough so that it can't get grabbed. Okay. Mind if we do this now? I guess not. Don't mope. It's a good thing. Do this? Yeah, of course. Yeah, sure, but I don't believe you. Well, good. Good? Means you know when someone's lying to you, which is another valuable survival skill. So you did kill someone before? Yeah. You could have just told me. I wouldn't have been afraid of you or anything. Sorry. You've killed lots of things now. It doesn't even matter. No, it's different. But you do it now to protect yourself and to protect me. I was sent to jail. Did people ever go to jail when they shouldn't? All the time. Постоянно. Okay, хорошо. I think I'm about done. I can probably tear these pieces back with some. Here, I have some hair thingies. You do? Yeah. Lily gave them to me for sleeping. There, all set. No, you look cute and a lot harder to grab. I hope we're not on this train much longer. Так, бля, пошли, короче, ладно, попробуем. You mind if I look in there for a second? I really wish you'd just leave me alone. Are there any maps up here? I don't know. I just want to look over one with Clem, so she has a lay of the land once we get to Savannah. Так как мне его туда, блядь? Ебашить. Блять, я хуй его знает, честно. Я хер его знает, короче, как. Well, the girl can shoot. It doesn't have to be pretty. Probably will be. Можно скоро промокнуть. Be safe up here. You betcha. I found this. Желтый у тебя есть, ты еще хочешь? Черт, не думал, что она еще осталась. Спасибо. Хочешь?
No. Нет, обойдусь. Suit yourself. Anybody in there want to share a drink? Дай мне знать. Will do. Ладно. Пошли. Сейчас скажем ему, ебать. Иди-ка вон. Я хотел узнать, хочешь ли тебе выпить? А у него есть выпивка? Да. Да, это поможет. Все, let's go. Спасибо. Так, ну шо, let's go, короче. Это был я. А? Я давал шпрос монетам. Что? Это все моя вина. Зачем? Какой хер ты это сделал? They said they had my friend. Сказали, что у них мой друг. He was with them. С ними. By the time I realized they didn't, я понял, что late. У них they было поздно. Они не сказали, что убьют меня. Всех нас. Простили. You still want to talk to me? Yeah, I do. I'm real sorry. Let's drop it for now, okay? What are you doing out here? Чем ты здесь занимаешься? Я все еще не могу прийти в себя, поэтому вышел подышать воздухом. Anything else? Что-то еще? I was thinking about talking to Kenny. I guess not. Думаю, нет. I'm dead serious. Я полностью серьезно. Оставь свое дерьмо себе. I can tell. Я понял. You get why? Ты знаешь, почему он так? I guess. Догадываюсь. You better. Надеюсь. See you. Увидимся. Yeah. Ебать, короче, из-за него понятно, блядь. Нормальная тёлка, блядь, ну, с оружием, ебать, умеет управляться. Ясно все, блядь. Из-за него тут ясно, блядь, ясно. Ну ладно, нормально, чё. Это мое прохождение, поэтому, ну, вот так. Да, я тоже. Что мы будем сделать, когда приедем в город? Мы не знаем, что творится в городе. Может быть, опасно. Ты полный пиздец. Ну знаешь, ты и я, мы команда. Мы команде нужен план. Несмотря на всех остальных, когда поезд становится, ты и я должны точно знать, что нам делать. План. Мне нравится. Здорово. Нам нужна помощь, чтобы найти лодку. Наш лучший план. Я знаю, слушай. No, I don't care about safety. Я просто хочу найти своих родителей. They're dead. Они мертвы, а мы должны идти дальше. They're not dead. Они не погибли. Do you want Хочешь, чтобы они погибли? Блять. We're following through with the boat. Идем до конца, сладко. Но сначала мы пойдем. Прости, ну не реви. Если мы найдем, то будем искать лодку. А если у нас путь, то мы будем с нами. Хорошо, вот план. Мы идем прямо через город, если ты нас не задержишь по дороге. Нам стоит поискать лодку здесь, наверное. Ну что ж, теперь мы все знаем о юго-западе Саванны. Теперь мы знаем, кажется, добрую часть Саванны. Как считаешь? Мы всегда приезжали в одно и то же место, когда приезжали в город. Там... Эй, не переживай, мы что-нибудь не придумаем. Ты была уже в Саванне? Однажды. Не подумай вот о чем. В городе много отелей, посмотри на карту, может быть. Ты что-то вспомнишь. Их давали очень вкусные десерты. Место называется... Что-то на Мар. Да, ну, Марша. Да, оно самое. Значит, пойдем туда? Да. Думаю, что у нас хороший план? Думаю, он просто отличный. Можно я поговорю с моими родителями? Ну, знаешь.
Конечно, разговаривай. Здорово, как ты себя чувствуешь? Хорошо, даже лучше. Рада, что у нас есть план. Ты хороший стрелок. Спасибо. Ты у нас тоже посмотри. Извиняюсь. Ох, еба. Вот на этом моменте, вот до этого момента я дошел, чуть попроходил, и все. Ребята, и все. Я потом удалил игру. Fuck! Maybe we could walk? That's fucking stupid, Ben. I'm just saying. I don't know. I ain't got much experience with y'all's fortitude, but we could probably deal with that. We got a goddamn train. That thing's not full of milk, Charles. Это же не полный Чарльз. Там бензин или дизельное топливо, которое могут взорваться. Все это тебя держат в себя в руках. Моя команда. This ain't shit. Херня this. Yo, you keep screaming like that, and you're gonna get your face chewed off. Are you guys gonna be trouble? Because we could have just kept walking. No, we're friendly. Нет, ну даже удобно. Опусти руки, блин. That's what everybody says. Так, все говорят. We know. Мы знаем. Давай не будем их трогать. Посмотрим. You guys got a problem with your train? Yeah. You're standing right in front of me. Dude, it's a wreck. It's not so bad from up here. Ну, отсюда Send your buddy up to have a look. Дай своего приятеля наверх. Anything goes sideways up there. Не won't let them escape. Ребят, давайте вот на этом закончим. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. На ваших экранах телеграм-канал. Все ссылочки в описании. Лайк, подписка, комментарий. Увидимся в следующих сериях. Давайте.